Сегодня 15 ноября 2019 год. Таймыр, город Норильск. ЖО Агонер. Катаемся на велосипеде. Погода не радует. За бортом минус 31 градус. Но кататься хочется. Пока отпуск. Еще целых 8 дней. Выбирать не приходится на нашем севере. Вот солнце уже заходит. Да, вот через 2 недели наступит полярная ночь. Сегодня постараюсь доехать до избы. На острове находится. Которая заметается зимой после Нового года. На нее уже не попасть. Она будет полностью занесена. Зимник укатан, вроде неплохо. Снега больших не было еще. Местами земля просвечивается. Давление в шинах в переднем 0,45 бара, задняя 0,55. Вот. Ну, крутить, конечно, подмерзает смазка. Но будем пробовать ехать дальше. Минут 10 проехали, уже темнеет. Включил габарит. Ехать жарко, что-то зря я делал. Пуховик потеплее. Крутить тяжело, конечно. Ну и подмерзает все. Зайца пока не встретил. Зайцы где-то бегают там, непонятно что. Вот. Горки, горки там идет по прямой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну так неплохо. Едем дальше. Время уже 15:55. Мы добрались до Норильска. Время 16:05 примерно. Вот. Темнеет. Вот она, Норильска. Вот там водозабор, наверное, вода дымится, не тает. Вот. Далеко. Солнце все ниже. Вот, нам передается по прямой. Туда, где кусты. Там вот в тех кустах где-то изба. Ну, там еще есть, там она уже заброшенная. Здесь я не знаю. Был в 14 году последний раз. По осени мы ездили на лодке. А зимой никак не получается, потому что уезжал только после Нового года. После Нового года она уже по трубу в снегу. Вот там зимник тот наш любимый. До мелкого. Этот, елочка тут. Ух, стоит. Так, пятачок, это же пятачок. Голову сломали кто-то. Вот он, знаменитый пятачок. Как-нибудь бы его сделать. Жалко, это елка. Флаг. Флаг СССР. Ну это ориентир для кто ездит на снегоходах, где выезд, чтобы не заблудились. Там еще какой-то флаг. Понятно. Ну, вот это хорошо. Но мороз такой вот. Вроде пока нормально. Ноги слегка только, руки, сопли бегут. Да, вот. Пробую эту шапочку. Я вот надевал ее. Надену шапку. Попробую. Балаклава и шапка. Тепло. Ну вот. Увидимся, наверное, на острове. Посреди река Норильская. У нас твердый. Едем. Ехали сначала по буранке старой. Она свернула. Дальше это. Все уже. Тут чьи-то палки, может, кусты. Закидушки. Же остров рядом. Вот, так что ехать. Жилет толстый. Середина ноября. Бояться уже нечего. В это время закидушки сюда ставили. На Налима. Там где-то вдалеке стоят. Вот. А так, ничего, ехать можно вообще даже. Твердые сугробчики то еще идет далеко, но снег все равно немножко. Ну, так что скоро стемнеет, избушка где-то рядом, в тех кустах, скорее всего. На острове, в кустах, не могу сориентироваться, где изба. Тут такой след натоптанный, как магистраль. Чья-то животное, и кто-то бегает там постоянно. Там тропа натоптана туда-сюда. Следы зайцев где-то. Вот, тоже чьи-то песцы, наверное. Тропа это идет. Идет. А вот где изба, тут в кустах
ее не найдешь. И уже проваливаешься снег. Надо, конечно, с собой брать эти снегоступы. Попробуем поискать, туда пройти. Вот. Уже все темнеет и темнеет. Катит избушку. Уже темнеет, следов 1 000 000. Зайцы тут носятся, пока еще никого не встретил. Сейчас попробую обойти вот эти кусты. Что я помню, что я на лыжах ходил. Раз, оп, и изба. Посмотрим, уже снежок пошел какой-то мелкий. Темнеет и темнеет. Ну вот, наконец-то я ее нашел, долгожданную избушку. Подмерз. Следы тут все в зайцах. Вот, обошел, как и хотел. Остров, и здесь сразу и было видно. А там кусты, поэтому все плохо здесь видно. Все, в кустах обошел, он там в округе. И все, и здесь сразу я смотрю, крыша. Вот, с вырубу, конечно, он снег валится. Ну, почти по колено. Вот. Дверь открыта. Вот. Зайцы тут бегают, наверное. Интересно. Вот. Изба. Стоп. Свечечка. Флаг такой более свежий. Герб Норильска. Верхонки. Вот. Вот такая ситуация. Можно чайку купить тут. Даже топорик есть небольшой. Есть топорик. Да, вот такая вот избушка. Ну вот, сейчас попью чайку. И обратно. Ну вот, организовал чаек с вафелькой, чай. Чабрецом и медом. Да. Романтика, просто романтика, сказка. Минус 31 на улице. Ничего не поделаешь. Отпуск, отдыхаем в любую погоду. Выбирать не приходится на севере. Вафельку вот. Зайчику огустим тут по холдевому. Поезд вот сюда вот. Кто-то по ней бегает, бегает. Походу идущие там. Медведи не придут, здесь нет медведей. Ой. Присядем. Ваше здоровье, товарищи. Ну, сегодняшняя миссия, конечно, выполнена. Избушку нашел. Вот. На конце географии. 69-й параллель. Нары тут. Ночевал один раз всего здесь. Печечка хорошо. Дожди где-то видео. Вот. Ну, на лодочке. Сейчас здесь зимой. Зимой никто не ходит, потому что дверь открыта. Вот такой чаек в термоске. Ну все, чайку попили, уже стемнело практически. Ну, изба неплохая, надо ее ремонтировать, конечно, летом. Нужна лодка. Вот тут печка вот хорошая, с водой. Можно воды налить, и горячая вода всегда будет. Зайцы, все хорошо. Ну, кажется, я согрелся, ноги растер немного, чаек действует, чабрецом с метком. Ну и домой сейчас, вот, красота. Изба хорошая. Вот. Вот такая покатушка. Все, я отъехал, опять на Норильске, в середине уже, почти темно. Вон там небольшой закат. Там вот мост. Остров, все, темно, никого не встретил, ни зайцев, ни песцов, ни людей. Вот, так что едем домой, отлично катнули, куда попали, запланировали, туда попали. Вот. Сейчас по темноте, вон там больницу видно, светится далеки, ДНР. Ну и все, всем удачи. Едем домой, уже темно, по зимечку,
Уже мощность фонаря садится, поставил на среднюю. Так видно еще. Уже темно. Классно вообще. Было вообще градусов 10. Дорога домой.